Дорогие друзья, приходит еще один год, наступает новый, и так год за годом. Какой был старый и каким будет новый? Эти размышления особенно порождаются в этот период. Как часто мы воспоминаем прошлое или смотрим в будущее? А как часто мы живем настоящим моментом, в котором протекает наша жизнь? Здесь и сейчас. Как много прошлых воспоминаний или тревог о будущем мешают моменту реальности, в котором мы сейчас живем. Желаю всем, дорогие друзья, клиенты, партнеры, вы, с которыми у меня близкие отношения или быстрые встречи с вами где-то на конференциях, чтобы мы могли хорошо проживать эти моменты, в которых мы живем как можно чаще. Мы должны дистанцироваться от того, на что мы не имеем никакого влияния, и постараться продлить смысл и ценность текущему моменту. Ценность в личном, семейном, дружеском и профессиональном пространстве. Прошлое – это история, а будущее – это загадка. Наша жизнь продолжается здесь и сейчас. Давайте искреннее наслаждаться каждым моментом и делиться добром с теми, кто с нами рядом. От своего имени, своей семьи и всей команды ВИМЭД хочу выразить свои наилучшие пожелания. Вместе мы значим больше, вместе мы можем больше.